Ну что ж, все, что пишут об этой паре, можно свести к следующей цитате. Коллеги по ледовому шоу давно замечают, что фигурист с нежностью смотрит на свою партнершу. Но сама Юля относится к ухаживаниям Жерома с осторожностью. А то мы не знали. Жерома я стала ценить еще больше после того, как потанцевала с Гиндалем. Одно удовольствие потом кататься с тем человеком, которого ты прекрасно знаешь, которому ты доверяешь на все 100%. Это наши первые тренировки после с Гвендалом. Юлия сказала, Гвендал мне сказал для беговой сделать побольше налево или направо. Три, четыре. И сразу я видел, но, блин, это не мой темп, я не хочу. Давай, как раньше. Держи руку. Как бы вот так. Вот. И ну, все? Хорошо, да. Тебе надо держать только руку. И сегодня у нас самые близкие друзья. Юля Савичева, но не одна. Кто это, Юля? Это Жером Бланшар, мой партнер по танцам на льду. Звездный лед, второй канал. Смотрите, болейте за нас! Для меня это совсем новое. Это вообще какие эмоции. Это вообще огромное. Все кричат. Юля, Юля, Юля. Что мы делаем дальше? Нет, на тренировку, на лёд. Можем вместе. Раз, это, два. Это было вообще так. Замечательно. Давай, давай, сделаем. Это давайте это сделаем. Смотри. Давайте же. Когда делаешь новый номер, неважно в каком ты состоянии находишься, тебе просто становится очень интересно, и это захватывает. Ты уже не понимаешь, сколько времени ты уже на это потратил. Я хочу сказать, Россия, я вас люблю, и это здорово. Это здорово. На льду пара номер 12. Юлия Савичева, Жером Бланшар. Отовсюду здесь веет холодом. Не потерянный, но заброшенный. Я один на один с городом. Среди подлости и предательства. И суда на расправу скорого. Есть приятное обстоятельство. Я люблю тебя, здорово. Это здорово. Это здорово.
Франции Жером Бланшар и Юлия Савичева. Я не знаю, Игорь, наверное, какая-то там поддержка была не выполнена, но лично у меня впечатление от танца не испортило. Поддержка была Ласса, которая была не исполнена до конца, как говорится. Но заодно то, что они попытались это сделать, им большая честь и хвала. И я очень рад, что в этой паре не видно только замечательного Жерома, а видна и солистка, лидер Юлия Савичева. Николай Фоменко. Я ведь занимался фигурным катанием в детстве 2 месяца, как мы говорили в начале. Вот, и у меня дети прозанимались. 4 месяца, вы говорили. 4, но 2, понимаете, я болел. Из-за травмы вы не могли подойти. Из-за травмы. Рука, как я и говорил, и голова. И последние 7 лет я ежедневно посещаю центральный спортивный клуб в армии, потому что мои дети занимаются профессиональным фигурным катанием. Я могу сказать, все, что мы говорили раньше о парах, это прекрасно, это правда. Но то, что, например, я сейчас увидел, говорю абсолютно серьезно, это реально крепкий спортивный уровень. С этим можно ехать на чемпионат Москвы, на мой взгляд. Это не смешно, это правда. И та поддержка верхняя, которая вам не удалась, и Тодо, с которой вы исполняли, и то, что вы делали здесь, вообще все эти дорожки из Шене, это, конечно, действительно удивляет. Это совершенно другого класса катания, другой элемент. Потрясающе вы подходите друг к другу и по весу, и по росту. Это уже большой спорт. 6-0. Пожалуйста, Николай Цискоридзе. Я не поставлю 6-0. Только потому, что я ставил очень хорошую оценку пристально другим. Пристально смотрят, Коль, на тебя Николай и Елена. Хорошо поставлю. На, ты смотри. Вы наплели такие кружева на льду. Вот если проследить линии и ее нарисовать за вами коньками, то это было что-то божественное. Это были вологодские кружева, поверьте. Я наблюдала за вашими ногами просто с восхищением. Это уже не танцы на льду идут. Это уже парное катание с хорошими поддержками. Это было, здесь было единство. Спасибо. Я вас поздравляю, это было гениально. Спасибо, Женя. Большое. Спасибо. Семен Теодорович, ну как вам это изощренное изящество? Мне к каналу России есть такое предложение. Поскольку здесь на льду роспись коньками замечательных артистов и спортсменов, если это все это разбить на маленькие квадратики, то я думаю, что поклонники за большие деньги все это с удовольствием приобретут. И на эти деньги можно будет профинансировать проект «Звездный лед 2». Ну а сейчас нас ждет повтор этого изощренного изящества. Номер совершенно потрясающий. Выдающаяся песня Николая Носкова, блестящий исполнитель. И я полагаю, что 100% и Юлия, и Жером угадали с образом. Это было прекрасное катание, это было легкое катание, это было профессиональное катание. А грехи всыпем Цискоридзе на орехи, хочется сказать. Кто обращает на это сейчас внимание, когда пара, которой, казалось бы, некуда расти, потому что они уже в некоторых наших программах, казалось, достигли максимума, но посмотрите, как они катаются. Савичева, конечно, влюбилась и в партнера, это очевидно, и она влюбилась в фигурное катание, и мне кажется, что Жерому удалось добиться восприятия настоящей русской женщины. Вот, может быть, здесь чуть-чуть не получилось, но мне кажется, что настолько эмоционально Жером Бланшар просто измочалил себя, переволновался, и от этого чуть-чуть не получилось. Но здесь чуть-чуть не считается, потому что ребята компенсировали свои маленькие оплошности дальнейшим выдающимся катанием. Посмотрите, что они творят. А это Тодес, профессиональный. Да какой там чемпионат Москвы? Я думаю, что и на чемпионате России эти ребята не затеряются. Юлия Савичева, Жером Бланшар. Молодцы! Оценки жюри. Семен Альтов, 6-0. Николай Фоменко, 6-0. Елена Чайковская, 6-0. Евгений Плющенко, 6-0. Игорь Бобрин, 6-0. Николай Цискоридзе, 6-0. Общий балл. Меня перекрикивает
Савичева, 36. Юля, а что ты все время причитала и говорила, пока показывали повтор? На самом деле, в первую очередь, хочу сказать огромное спасибо тебе, Жером. Потому что все, что вы сейчас видели, это придумал все эти элементы и вот эти переходы Жером. Когда он услышал музыку, столько идей роилось в его голове. Он: а давай вот это, а давай вот это, а давай еще это попробуем. Я говорю: давай, давай, давай. Очень красиво, все очень красиво. И тренеры, которые были рядом с нами: вы посмотрите, какой он талантливый. Оставляем, оставляем, оставляем. Делайте, делайте, делайте. И у меня глаза все шире, шире, шире. Ну да, 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 делаем, делаем, делаем. И как мы волновались перед выходом, вы бы знали.